Привет! Это супер уникальное видео пройдет практически без моих комментариев. Смотрите и думайте. Пригожин наш или не наш? Группа патриотов России решила героически захватить власть в России. Другие патриоты России начали бомбить этих патриотов России. Герой России Пригожин решил убить героя России Шойгу. А герой России Кадыров решил убить героя России Пригожина. Один из героев России, Бортников, возбудил дело против героя России Пригожина, но тут же закрыл его. Потому что самый главный герой России, В.В. Путин, сначала гарантировал, что предатели понесут наказание, а потом решил, что не понесут. А те патриоты и герои, смелые защитники России, которые при этом погибли, они не в счет. Главное, что оставшиеся в живых защитники и герои России продолжают гордиться Россией и героически защищают бабло Путина. И в конце такой русский вопрос. Так кто из них наш, а кто не наш? Кто русский, а кто не русский? Определили, кто наши, а кто не наши. Как определил? Да никак. Наши всегда наши, а не наши, не наши. А может, наоборот? Что наоборот? Да все наоборот. Наши это не наши, а не наши это наши. Глупости какие говорите. Наши это всегда наши. Не скажите. Бывают такие наши, которые совсем не наши. Черт побери, откуда вы это взяли? Я предполагаю. Вы предполагаете. Вы предполагаете, а там наших бьют. Не горячитесь. Не горячитесь, может быть, это не наших бьют, а наши бьют. А вы своими криками помешаете нашим бить не наших. Что тогда? Не знаю. А вот видите, никогда нельзя заранее определить, кто наши, а кто не наши. А что же делать тогда? Да ничего. Как ничего? Так там же бьют. Там же кто-то бьет. Я не могу молчать. Если бьют наших, то надо кричать «караул», а если бьют наши, то «ура». Что же кричать? Да вы не горячитесь. Там, где есть наши и не наши, в первую очередь надо определить, а наши ли наши, а уж потом что-то кричать. А как определить-то? О, это сложная наука. Ее пока еще никто не понимает. Единственное спасение – запасной вариант. Какой? Когда наши бьют наши. А что тогда? О, ну тогда все прекрасно, потому что нельзя ошибиться, кто наш, а кто не наш. Потому что заранее известно, что все наши. А что так? Кричать-то, караул или ура? Да ничего не надо кричать. Наши бьют наших. Это же обычное дело. Уж сколько лет. Пускай себе бьют. Дези, домой. Ура, караул! Ура, караул! Пожалуйста, какой может быть разговор после 8 обысков? Всюду деньги, 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 всюду деньги, господа. А без денег жизнь плохая и не годится никуда. Деньги есть, и ты, как барин, одеваешься во фраг. Благороднейный шикарен, а без денег ты червяк. Денег нет, и ты, как нищий, день не знаешь, как убить. Всю дорогу.